Леди и джентльмены, моем здрасте. Мы с вами на ЧС и продолжаем проходить расширенную бета-версию модификации Darkest Time на Сталкер Тень Чернобыля. Как помните, в прошлой серии мы прорвались через Припять, завалили кучу монолита, и теперь нас ждут здесь на ЧС новые приключения. Ну какие тут приключения могут быть? Нам надо прорваться к выжигателю. Вот уже нас начинают долбашить. Так, а долбашат нас на пиразисе, вон сидит. Вот же гад. Надеюсь, что у меня патронов хватит на всю вот эту батву. Ох, у нас, смотрите, артефакт золотая рыбка. За всю игру ни разу не попался. Не попалась ни одна золотая рыбка. Так, где он там сидит? Упор не вижу. Сейчас еще вертолет, не дай бог, начнет по мне стрелять. Это будет вообще не есть год. Долго я думал, снимать прорыв, не снимать. Ну да ладно, сделаем еще одну серию именно АЧС. До выжигателя, конечно, далековато. Вот аж сюда. Мы с вами вот в этом районе. В общем, все как обычно. Так. Ну, сделаю артаровцы. Надеюсь, там броневиков не стоит нигде. Да, сейчас еще начнут меня утюжить все вертолеты, то это будет вообще прекрасно. Ребята, не надо, мы его баним. Я не хочу умирать. Мало тут мне снайперов. Так, где он? Блин. А там стоит, не стоит, интересно. Ой, ёпта. Что это? А, вот. Появились. А, это что? Просто так здесь они пойдут. Ладно, патронов у меня хватает вроде. На всех вас хватит тут. Туриков. Спать, родной. Блин, кто там по мне стреляет, не пойму. Да детей тут может отсюда, елки-палки. Мне интересно, дырку забор-то заделали? А нет, нормально все. Так, пробрались мы туда. Блин, главное, чтобы со стороны вертолетов не прилетело. Опасно здесь все, вообще надо вырубать этот вот фонарик. Так, сейчас здесь могут быть эти самые снайпера. Да не только снайпера, вон он. Я куда пошел? О, одного есть, кончил. Так, надо сюда куда-то переместиться, что-то меня грохают там. Так, я на крыше одного не снял, по-моему. А, ну точно, вон стоит. Это спать, родной, тоже. А то сейчас ухайдухает меня, не дай боже. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Блин. Начинаешь. Ой. Что-то там летает. А, вертолет там летает. А мы пойдем на север. Я пойду лучше по краю. Отсюда хоть сдалека стрелять. Меня меньше видно будет. Отсюда мы будем прятаться за всем на свете. А где-то он там должен быть, снайпер. Не видно пока. Но здесь на стене, слава богу, нет снайперов. Так, ага, вон он. Кстати, нет. Да что вы там кричите в микрофон нафиг, ёлки-палки. Сейчас собью ваш вертолет, чертями собачьим. Достали, конец. Все, больше нету никого здесь, а? Вроде бы всех погрохал. Продолжаем движение. Так, тебе спрячемся на всякий пожарный. Не, ну здесь, правда, меня тяжелее. Ой, легче убить. Так, что за артефакт валяется? Это нам не надо. Даром даже. Ох ты ж, смотрите, уже мертвые валяются. Это что? Да, тоже трупняк. На крыше. Пока никого нету. Сейчас обойдем. Тише едешь, как говорится, ребята, крепче спишь. Ну и в баню. Ох ты, смотрите, время до выброса 2 минуты. Ой, начинается эта деревня. Теперь ломиться надо. Да, вот это поворот. Тогда мы здесь пойдем. Чтобы быстрее было. Здесь никого нету.
Да что вы мешаетесь так со своими переговорами? Блин, вертолет летит. Ты-то что здесь делаешь? Забыл, что здесь одна. А, спэт. Чего он бегает? Спать, родной. Сохраняемся почаще, ребята. Иначе здесь нам будет рендекс. Так, где у нас снайпера сидят? Вон сидит один. Вот уже меня. Готов. Так, что там за успокоивается? Тоже не надо. Две минуты осталось. Две минуты, ребята. Трясет капитально. Блин, эта трясучка, она вообще убивает капитально. Ну как убивает? В смысле того убивает, что целится хреново. Так, еще вон там должен быть на крыше. Обычно там они сидят. Вон, где вертолеты. Нет никого. Полторы минуты, полет нормальный. А, вон он скинул. Вот собака. Так, это все нас? Нет. Хватит, родной, все равно не мешать. Конечно, лучше бы, чтобы они там дружку перебили сначала подождать, но у меня времени нет нифига. О, есть контакт. Спать. Ровно минута осталось. Ёлки-палки, успеет проскочить или нет? Один из нас погиб. Конечно, один из вас погиб. Что у вас тут еще? Я тебе пролезу. Ой-ой-ой, творится. Спать, родной. Времени нет у меня. Здесь контакт пошел хоть немного. Ой, ё-моё. Смотрите, сколько их. Вот это да, такой вот подряный я, ребята, вообще не ожидал. Их на прорыв придется идти. Они вот отсюда выскочили, гады. Вернее, один там гад выскочил. Теперь как-то надо быстро ломиться, иначе я не успею. Ё-моё, вот это попадусь. Так, быстрее. Хватит, родной. Некогда мне с вами тут разбираться. Быстрее, 15 секунд осталось. Либо сейчас не пойду, блин. Ох, ой, елки, как прорвался все-таки. Ух. Вот это да. Фух, сохраняемся. Правильно, начало херачить. Мы сделали это, ребята. Мы сделали это. Отлично. Все, здесь сейчас будем кучу монолита опять ложить, все будут тут пачками штабелями ложиться. Ну что, коллектив. Исполнитель желаний. Ох ты ж, о, видите. Твоим желанием будет быть палачом вечным. Вечным? Зачем убивать невиновных? Речь твоей не вечна. На смысле ты. Чем такой неубиваемый, елки-моталки? Факт говорящие. Это кто такие здесь? А? Зомби. Ё-моё, я думал монолит. Ну-ка, давайте-ка проверим, сколько у меня патронов. Ну, патронов на калаша у меня тут предостаточно. Так, что у нас здесь? А? Пока никого не видать. Подвальчик обязательно мы с вами сходим, ребята. Обязательно. Ой, ёлки-палки. Давайте-ка мы здесь со снайперки их пощелкаем. Блин, зомби. Зомбарь. Ты откуда взялся? Что-то я вообще не понял. Смотри, зомбарь не взялся. Я-то думал, здесь монолит будет. Вот они. Вот она, вот она. В каком-то синем костюмчике. Тебе костюмчик-то идет, братан. Ох, сколько их. Вам чтоб всю сторону не поперли. Что вы такие неугомонные, а? В голову только надо стрелять. Вот это я положу туда кучку. Не, ну ребята, вы так сейчас весь проход мне тут загородите. Что, еще что ли идет? Ты что там стреляешь? Не знаю, кто стреляет. Пойдемте подвал пообследуем. Нет никого. Хе-хе. Пустите переночевать. Нет никого. Так, здесь радиация вроде не херачит.
ножа будем, с ножа. Патроны надо экономить. Ох ты ж, ё-моё. Так, а для кого? Для калаша? Для калаша забыли патроны положить. Ладно, аптечки хотя бы пособираем. О, граната. Хе-хе. Граната — это то, что нам надо. Все, эти патроны не нужны. Вообще, они видите у меня в рюкзаке? Вот это выбросить все нафиг. Наверное, не пригодится. Вот это еще бы артефакт, эту пружину выкинуть, нафиг она не обосралась. Так, где мои автоматы? Тут тоже зомби могут быть. Вот здесь, скорее всего, какой-нибудь артефакт лежит интересный. Ну-ка, ну-ка. Ох ты ж, смотрите, экзоскелет. Че он тут, а? 40 килограмм, 56. Ну, у меня покоцаны сильно. Тоже 40 килограмм выносливость мой добавляет. А этот... Блин. Нет. Я лучше своим пойду. Хотя у меня очень сильно подбитый. Ладно, свой скинем. Сильно он у меня подбитый. Вот такие вот пироги, ребята. У нас тут, оказывается, где скелет есть. Так, а что такое? Он же 40 килограмм добавлял. Что за фигня? Я что, его не одел, что ли? Да нет, одел же. А, вот так вот. Вот я олень. Извиняюсь, ребята, ну вообще сейчас подруплю нафиг. Нифига тут артефактов. Это что такое? Душа. Посмотрим, что у нас душа дает. Вот этого еще не было тоже артефакта. Так, и этот посмотрим, что у нас тут такое. Перегруза пока нету. Так, здесь переносимый вес плюс 4 килограмма. Вот это красота. Убираем вот этих вот. Два. Точно убираем. Так, это добавляем сюда. Удар, электрошок. Вообще красотища. Так, что нам душа дает? Здоровье плюс 550. А, телепатия, хератия. Ну, не особо, конечно, не особо. Мне надо вообще, по идее. Так, а в этом что? Плюс 4 килограмма. Все, тоже забираем. Так, хорошечно. Думаю, эти медузы все выкинуть нафиг надо. Ладно, три штуки выкинем. Две, вернее, выкинем. Так, и этот что у нас дает? На здоровье артефакт. Не, не будем. Заберем, наверное, свой этот самый экзик. Сколько он весит? 20 килограмм? Нет, да хрена чересчур. Патронов набрать только остается. Да, аптечек, бинтов. Сейчас на через два, если мы пойдем, то это будет что-то, наверное, с чем-то. Все, красота. Это мы здесь оставляем. Радует, ребята, радует меня, что тут зомби, а не монолитовцы. С монолитовцами вообще тяжеловато было продираться. О, ё-моё, гляньте. Он в этом экзоскелете не бегает нифига. Не, таких приколов мне не надо. Короче, давай назад меняться. Этот не пойдет мне экзоскелет. Я лучше вот в этом буду бегать. Долгоски все-таки получше. Так, подкрепиться надо. Отлично. Ну что, продолжаем прорыв. Прорыв к своей мечте или к чему-то, в третьей концовке какой-то, фиг его знает. Я вообще и первую концовку-то не видел ни разу, я это вообще модификацию, ребята, прохожу первый раз. Вот такие вот пироги у нас тут творятся. Так, ну что здесь, а кто у нас тут-то главный, где тут вообще, или всех я уже тут положил. Дали бы лучше мне за всю игру ПНВ нормальный, чтобы здесь нормально ходить. Так, что у нас? Да, зомбаков еще полно. Ну, главное, монолитовцев нету. Это уже радует, зомбики с пистолетами. Зомби похер. Зомби даже могут быть в главном тронном зале. Спать, родной, ты куда тут лезешь? Так, там что? Там пусто. Артефактов набрал, вообще красота. Лучше бы они мне попадали со всей... в начале игры, блин. Было бы попроще тут вот бегать. Вообще, эту локацию, по идее, надо бы, как бы, наверное, проходить на стриме. Самое прикольное. Можно тут болтать. В принципе, вообще, зомбарей мало. Так, ну-ка, что у нас в контактах? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Зомби вышел погулять. Как мне в комментариях один написал. Ярый вышел погулять.
Так, спать. Я отправился поспать. Так, сверху никого? Никого. О, этот я ему бубен зарезал. Давайте взорвем. Так, что? Кто у нас тут еще живой? Блин, как было, опять-таки осталось, смотрите. Офигеть, плодятся, что ли, они там? Не успел. Ай, что это я перезаряд хотел сделать. А, ух ты, смотрите, нифига себе он в бронежилете. Спать. Ой, ты контакт спать. Так, аптечек у нас Платамба. Ну-ка, опять пятеро? Нет, двое осталось. Было пять, двоих убил. Осталось двое. Вот это математика классная. Так, а что у вас есть? Ну, не знаю, я уже, блин, дробь мне, наверное, не понадобится, скорее всего. Может быть, эти патроны понадобятся еще. Ну, на калаш по-любому надо падать, это самое. Что-то я перестал всех обыскивать. Пойдемте с этой стороны прогуляемся. Еще же два где-то зомбика лазят. Надеюсь, я там в тайнике купить и все забрал. Так, интересно, нам к монолиту надо вообще идти? Или найти тайную дверь? Найти исполнитель желаний? Честно, блин, даже не знаю. Давайте пойдем, наверное, сначала сходим к монолиту. То есть найдем этот исполнитель желаний. Ох, нифига себе, расщеперился. Его, наверное, тут драли его, наверное. Дыры, раз так он лежит. И умер от счастья. Кончил, блядь. Ты так меня сейчас с пистолета-то и грохнешь? Мне это вообще не прикалывает. Чего он мне перестал стрелять? А, ну, слава богу, хоть ты упал. Живучие твари. Да, не, это вообще не живучие ни хрена. Кстати, интересно, зачем зомбям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где-нибудь? Оба кто из разработчиков придумал бар для зомбарей. Так, я не понял, сюда идем? Да, вроде бы сюда нам надо. Давайте здесь, наверное, сохранение сделаем большое. Сделал я нехилую закладочку. Так, вот, нашел я исполнитель желаний. И что дальше? Проникнуть в саркофаг, найти исполнитель желаний. А, ну это считается, как бы я проник в саркофаг, что ли? Где зомби? Остатки. А, все уже. Ха-ха, всех перебил. Артефакты давайте, артефакты поболее. Так. Сейчас, не дай бог, тут заспавнится штук 50 монолитов. Вот это будет бойня, вот это будет красотища. Ну и что здесь нам делать? Интересно, или делать уже, чтобы задание провалено было. Но задание, желание я загадывать, наверное, не буду. Попробуем, конечно, несколько концовок. Вот, телепорт имеется. Телепорт туда. Если мы сейчас с попкой не сможем залезть, то придется им воспользоваться. Интересно, хватит мне прыжка отсюда запрыгнуть или не хватит? Блин, елки-моталки. Этого мне еще не хватало. Так, ну давай же. Вы что, не могли сделать мне побольше прыжка? Ёшкин ты кот, а. Придется через верх все обходить. Как вот это вот я не люблю, ребята, вот это вот тут лазить по вот этим верхотурам, это полная жопа. А я особенно трассы не люблю. Здесь я... Здесь еще хоть как-то можно ходить, более-менее. Но все равно падаю иногда. Попрыгунья стрекоза. Лето красное я пропела, оглянуться не успела. А зима сверлит глаза. Что-то я уже запил. Так, да тут запрыгать не хочет. Ёшкин ты кот. Вот это да, вот это поворот. А где залезть-то можно? К исполнителю желаний.
Ребята, что делать? Что тут какой-то вот проход сделали? Может получится все-таки? Ага, вот оно как. Хе-хе. Живем. Так, и туда вниз, наверное, надо. Интересно, здесь тайников нигде нет? Коллектив, напишите там в комментариях, если есть здесь тайники. Я просто ни одно видео на ютубе не смотрел. Что тут надо делать? Так, здесь что-нибудь есть? Какие-нибудь телепорты, хирурты? Что, сработает сейчас? Загадать желание. Нафиг оно мне нужно, ваше желание загадать? Вообще не хочу. Что, придется желание загадывать? Вот он, кристалл самый главный. Бамс. Человечество неисправимо. Оно должно быть уничтожено. Ага, вот это получается у нас, ребята, была одна концовка. Но она вроде как неправильная. Интересно, детки пляшут, давайте с вами переиграем. Авторы мода Никита Килинг. Никита, ты вообще красавчик, поддерживаешь модификацию свою. Отвечаешь на наши комментарии долбанутые на про. Ладно, так, поехали дальше. Коллектив, меня такой финал вообще не устраивает. А вас устраивает? Я думаю, тоже не устраивает. Так что поэтому мы пойдем. О, гранаты. Гранаты нам то, что надо. Так, пойдем в бункер управления монолитом попробуем открыть. У нас, как обычно, с другой стороны. Ну-ка, бутылка водки разобьется. Хе-хе. Мы же парни не пьющие, не курящие. Косяк тут я оставил в этом. В баре, елки-палки, в нычку положил. Думаю, до лучших времен затарю нафиг, приду потом. Ага, приду, блин. Тут чуть монолит меня не захерячил. О. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Вот это поворот. Мы о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Почему ты не сказал мне, что я и есть Стрелок? Несмысленно. Но ты ведь помогаешь мне. Ты мой взор в мир ваш? Это помогает мне. Твой взор укрепил меня. Через него я познал, какие вы. Я твое зеркало, Стрелок. Ты просто жалкий эгоист. Зеркало. Я это ты, Стрелок. Все эти слова ты говоришь себе. Твои убийства породили во мне жажду смерти. Я твое отражение. Если я эгоистичен, то потому что эгоист ты. Осмысли мои слова. Я — это ты? Я убью тебя! Значит, ты умрешь тоже.
Вот это да. Отлично, ребята, мы с вами на ЧС-2 очутились. Я не знаю, это правильная концовка была, или может быть это мы сейчас будем двигаться ко второй неправильной концовке. У нас появилось задание разобраться с происходящим. Вот артефакт здесь. Ха, интересно, девки пляшут. Вот такие вот пироги у нас были. Ну что за артефакт-то? Самому интересно. Ну, давайте интригу это оставим, ребята, на следующую серию. Спасибо всем, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока.